Ты предприниматель, большой федеральный проект. Он призван поддержать молодежное предпринимательство. В Удмуртии с мая по ноябрь этого года участие в нем приняли больше 2500 человек от 14 до 30 лет. Обучающие курсы, деловые игры, советы экспертов дали возможность развить свое дело и Елене Котовой. Сегодня у меня предстоит моя презентация, я ее готовила очень долгое время, немного нервничаю, переживаю, потому что это будет первый раз у меня такой опыт выступления перед крупными людьми, которые могут инвестировать в твой проект, и, конечно же, я нервничаю. Мне очень хочется, чтобы они заинтересовались и дали, так сказать, возможность развиваться молодым предпринимателям у нас в городе и сделать шоколадную свою фабрику. Трое финалистов регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» представят свои проекты в Москве. Результаты конкурса станут известны 23 ноября во время Всероссийского конгресса в Нижнем Новгороде. Все шансы оказаться среди победителей на итоговом конгрессе имеет Эльза Михайлова и открытый ею центр реабилитации. Возраст инсульта помолодел от 35 до 50 лет, поэтому мы направлены на то, чтобы восстановить людей и вернуть к прежней жизни. В рамках программы «Ты предприниматель». И я просто отправила заявку, прошла на региональный этап, научный тур, прошла его, и сейчас вот завтра вылетаю в Москву. В федеральной программе «Ты предприниматель» более 10 лет, но она впервые по инициативе правительства и бизнес-инкубатора открыта в Удмуртии. Участие и обучение для предпринимателей бесплатное. Лучшие проекты смогут найти здесь инвестора. Понимаете, если проект сам хорош, но и мы там можем его там как мерами поддержки как-то докрутить, то от инвесторов, я думаю, что отбоев не будет. Даже если из 2000 у нас появится один такой предприниматель, как в прошлом был Константин Сунцов, наверное, значит, все это было у нас не зря. Мы, в общем-то, в правительстве тоже всячески приветствуем эти навыки, которые, скажем так, пестуются в собственном бизнесе. Это и собственная инициатива, это умение брать на себя ответственность, это умение брать ответственность за других людей. Поэтому эти компетенции пригодятся вот этим молодым ребятам, не только там в своем бизнесе, но и на государственной службе, в корпоративном сегменте. Поэтому мне кажется, что это только плюс, что вот в таком, еще раз говорю, молодом возрасте они смогли себя в этом попробовать. Организаторы проекта уверены, предприниматель – это человек, который не только платит налоги и создает рабочие места. Он старается сделать мир вокруг себя лучше и при этом никогда не сдается. Благодаря проекту таких людей станет больше и в Удмуртии. Роман Вагинов, Илья Дерендяев, телеканал «Моя Удмуртия».